Разберут вопросы налогообложения и узнают, как повысить продажи в социальных сетях. В Кирове стартовал курс повышения квалификации для предпринимателей. В течение месяца действующие бизнесмены из регионов Приволжского федерального округа будут делиться с кировчанами своим опытом. О чем говорили на первых занятиях, расскажем далее. В руках блокнот для записи и ручка. Ольга Зверева в бизнесе около 14 лет. Возглавляет одну из транспортных компаний Кирова. Хоть за плечами у бизнес-вумен опыт немалый, она ежегодно совершенствует свои знания. Так, год назад она была на курсах по женскому предпринимательству. А сейчас она на курсах повышения квалификации для действующих предпринимателей. Да еще и в первом ряду. Хотелось бы обширно узнать, поговорить с предпринимателями и узнать с других городов, других регионов, какие проблемы, трудности сталкиваются на данный момент, совершенствоваться, идти дальше, не останавливаясь на достигнутом. Начались курсы повышения квалификации с выступления Михаила Кузнецова. Бизнесмен из Казани раскрыл секреты тайм-менеджмента. В Кирове такой образовательный проект реализуется во второй раз при поддержке правительства Кировской области. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы сегодня в городе Кирове стартовал ежегодный образовательный проект повышения квалификации действующих предпринимателей. В рамках этого проекта предприниматели повысят свои знания в вопросах налогообложения, юридических вопросах, также в продажах в соцсетях и интернет-маркетинг. Весь ноябрь действующие предприниматели практики из Кирова и других регионов будут делиться своими знаниями с участниками проекта. Предпринимателей ждут личные разборы кейсов, проработка минусов собственного бизнеса и новые знакомства.